Владислав. День. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресне во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посвятительство и немощи наши, видное порани. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресне во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесах, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя, как на небесах, на земле, хлеб наш насущный, дашь нам есть, и оставь нам долги наши, даже мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от зла, ибо Твое есть царство, и сила, и слава Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи Боже наш, Тебе молимся, Тебе просим, да знаменится свет лица Твоего, на обед Твоей. И да знаменуется крест единородного Сына Твоего в сердце, в помышлении и в Твоей же бедности суеты мира, от всякого лукавого навета вража, последуйте же повелением Твоим. И дай, Господи, неотреченно прибыть имени Твоему святому на них, на них совокупляемого время благопотребно святей Твоей Церкви, и совершаемым страшным тайным креста Твоего, да по заповедям Твоим жительством сохрани печать нерушимую, получи блаженство избранных Царства Твоим, благодати человеколюбием единородного Сына Твоего, с ним же благословенности, со пресвятым благим жутворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Теперь маму ты где-то кажал, вперед, шаг. Господи Боже, Вседержителю, Отче Господа нашего Иисуса Христа, все естество словесное же и бессловесное Словом Твоим создал и вся несущая Твоя же быть и приведы. Тебе молимся и Тебе просим, Твоей воле спас, еси, рабу Твою. Очисти от всякого греха, от всякой скверны, приходящих ко святей Твоей Церкви, да неосужденно сподобятся причаститесь из святых таинств Твоих и от них, рожденная от рача, благослови возрасте святи в разуме, уцеломудрию, добомудрие, как Ты привел еси ей, показал еси ему им цвет чувственный, да и умного сподобится света во время еже определил еси, и сопричтутся святому Твоему стаду, единородным Твоим Сыном с ним же благословен еси, со пресвятым благим же творящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков, аминь, мир всем и Духом Твоим Ваши, Господи, преклоните Тебе, Господи, Господи, Боже наш, пришедший на спасение рода человеческого, приди на рабы Твоя, Господу помоги. Молимся, Господи, помилуй, а имя Твое, Господи, Боже, истинный, единородного Твоего Сына и святаго Твоего Духа, возлагая руку мою на раба Твоего, Владислава, Катерину. И жени из них всякого лукавого и нечистого духа, сокрытого и гнездящегося в сердце их, и жени из них всякого лукавого и нечистого духа, сокрытого и гнездящегося в сердце их. И жени из них всякого лукавого и нечистого духа, сокрытого и гнездящегося в сердце их. Теперь крестные родители, только крестные родители, никто другой, будут отвечать на мои вопросы. Я буду их задавать, буду подсказывать, как вы будете отвечать. Понятно? Сочетовающийся ли Христу, отвечайте, сочетоваюсь. Сочетоваюсь. Сочетовающийся ли Христу, отвечайте, сочетоваюсь. Сочетоваюсь. Сочетовающийся ли Христу, отвечайте, сочетоваюсь. Сочетоваюсь. И верующий ли Ему, отвечайте, верую я как Сыну Богу. И верующий ли Ему, отвечайте, верую я как Царю Богу. И верующий ли ему, отвечайте, верую я ко Царю Богу. Сочетался ли Иси Христу, отвечайте, сочетался. Сочетался ли Иси Христу,
что отвечаете? И поклонитесь Ему, отвечайте за мной. Поклоняюсь Отцу и Сыну и Святому Духу. Троице единосущней и нераздельней. Без этих вещей
обычно понимание есть, а вот борьба с этим как-то идет слабо. Поэтому сейчас я буду помазывать ваших деточек вот этим миром, который освещается один раз в год Святейшим Патриархом, Великий Четверг и Чистый Четверг. Все четыре компонента разных красителей, горений, всяких трав. И вот это мира каждый раз, освещая новое, вливается старое. И такая преемственность идет уже очень много веков. Поэтому, вот, помазывая миром, я буду говорить эти слова «печать дара Духа Святого». Поэтому вы, деточек, развернете, я их помажу, а вы будете молиться. Понятно вам? Поэтому сейчас вы берете деточек, вот, берете свечечки, и мы идем.
на голодный желудок. Очищаться? Вот. Вы придете в храм, постоите на службе, с царского парада выйдет священник с чашей и, скажет, причастники молятся. Вы подойдете к там, перед дети, и вот вы с детками пройдете, причаститесь. Вот, можете еще постоять, помолиться, пока крест будут давать, там проповедь большая будет говорить, эти церкви. Послушать проповедь и домой. Екатерина. Анастасия. Мария. Ну что, как ваше впечатление? Немножко устал. А так все хорошо. Хорошо, да? Понравилось. Батюшка строгий. Ну, справедливый. Камила, ну иди покажи крестик. Иди крестик покажи. Иди крестик покажи, дядя Женя. Давай. Ну-ка мы его сфотографируем. Ну что я могу сделать? Ох ты, какой крестик. Чпок. Что ты почил? Что и надо? Какой блин, красивый, да? Красивый крестик. Пусть попишет. Да? Ну почему? Ну вот, видишь, а ты боялась. Все нормально. Хорошо, да? Вот красивый крестик. Всем. Ну давай теперь показывай, что это такое. Это икона. Что это? Икона. Икона? Да, икона. А, икона, да? Это твоя теперь иконка, да? А, ну ты смотри, ее береги, никуда не девай, да? Никуда не будешь девать. Все время береги эту иконку. Как она называется? Посмотрим, как она. Камила, Кася. Да любите друг друга. Вот. Называется. Молодец. И крестик у нее теперь, и иконка, да? Хорошо. Ну вот. А ты знаешь, кто это? Кто это? Это Екатерина теперь, да? А, православная. Тебе. За нашу Екатерину. Еще давайте счастья, здоровья. И... Обязательно, чтобы все было на полное чаше. Да. Да. Мы будем так православным. На. Thank you.
Вот они. Камила, ну-ка улыбайся. А почему плачешь? Камила. Екатерина. Камилка, Камилка. Давай нести тортик. Всем тортик кушать. Ой, а слезы в торт капают. Глянь, глянь, слезы в торт капают. Чего ты? Дурь. Мам! Что такое, Камил? Не плачь. Давай, все, несем тортик. Несем тортик. Все. Пожалуйста, тортик порежьте. Мы сейчас будем кушать. А? Мы несем ножичек. Так, что тебе, Тимур? Пойдем резать, Камил. Ну, все, да пойдем. Сейчас торт будем резать. Что ты плачешь? Что ты обиделась? А? Что это такое? Кто тебя обидел? Кто тебя обидел, Камилу? Кто обидел? А? Что случилось? Ну-ка расскажи. Что случилось? А? Что такое? Что случилось? Я не дал поиграть в игру. Я не смог это сделать. В игру не дали поиграть. В какую игру? А? В карты. В карты? В карты не дали поиграть. Ох, елки-палки. А, ничего, а торт будем резать. Глянь, торт. В карты ты в любое время поиграешь, а торт? Торт только один раз резать придется. Пойдем торт резать. А потом в карты поиграешь, правильно? Ну, давай быстрее торт резать. Ну-ка, быстрее, быстрее, давай, 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 давай. Играть во что? Я говорю, конечно, я говорю, будет сейчас взрослая играть. А вы будете с игрушками играть, и все. Она пошла, заплакала, и все. А я тебе помогу, а я тебе помогу. Итак, Улыбайся. Что ты не улыбаешься? О, иди. Вот всегда улыбка. Улыбка Бога. А Диана, что не улыбаешься? Ну-ка, давай улыбайся быстрее. Вот такая вот. Вот такой. Нет, сильнее, чтобы зубы было видно. О! Вот так вот, да? Вот так вот, нормально. Страшно, страшно, Диана. Вообще нет. Ми? Ми? Бабушки, старушки! Бабушки! Оттуда опять вымели голову. О, правильно. Давай. А, вот это улыбка, я понимаю. Ну-ка еще давай раз. Давай. А как Аня улыбается? Ну-ка. Давай. Ну давай. Диана, как улыбается? А мы потом сейчас пиво попьем. А, так. А, Камила, как улыбается? Ну-ка, как Камила улыбается? Давай. Как Камила улыбается? Улыбается. Нет. Как ты улыбаешься? Показывай. Вот так. Давай. Камил. Давай. Показала его усам. Вот так вот. Все улыбаешься. Одна только Аня не умеет улыбаться. Аня как улыбается? Ну-ка давай, Аня. Аня улыбается. Аня. Давай. Давай, 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 давай. Как? Ну-ка. Вот так вот. Во, вон Дианка улыбается. Ага. Что там? А, ну вот. Давай сделаем. Давай сделаем.
Все? Все, готово. Фокус. Все.